Общероссийский день библиотек отмечается в нашей стране ежегодно 27 мая. Профессия библиотекаря не так заметна, как работа учителя, врача или спасателя. Заметить конечные результаты их деятельности непросто. Но тем не менее, библиотекарь – это человек, способный ориентироваться в огромном массиве знаний и информации. Наша Сланцевская центральная библиотека под руководством директора Татьяны Соловьевой – это не только информационный центр и комфортное, уютное, приятное место, где каждый посетитель найдет занятия по душе. Это современная библиотека, которая все больше ориентируется на участие в общесоциальных, культурных и экономических процессах города и района. Поэтому и поздравить с профессиональным праздником ветеранов библиотечного дела и сотрудников Сланцевской библиотеки пришли представители самых разных организаций. Накануне профессионального праздника прошел районный конкурс среди городских и сельских библиотек «Война в судьбе страны, народа, человека» для поддержки инновационной и творческой деятельности. Депутат городского совета Виталий Воробьев поздравил и вручил дипломы, денежные сертификаты победителям. После торжественных поздравлений мы попросили поделиться победителей своими впечатлениями о конкурсе и о своей работе. Дети решили прочитать еще его былину, которая подарена библиотеке была много лет назад с автографом. Былина про Ивана Солдата. Отрывок из этой былины у нас вошел в эту работу. Там начинается о том, что был Иван Солдат. И вот как раз таки Иван Солдат олицетворяет все военное наше сопротивление. Ну, вот у Григория Федоровича было вот так написано. И мы ее читаем, и мы ее бережем, эту книгу. И ребята продолжают читать. Мы получили очень большое удовольствие от этой работы. Хотя было вложено очень много сил, и оставались на работе, и брали домой работу. Ну, вот прикоснуться к личностям, о которых мы писали, это личность Валериана Сергеевича Знаменского и Николая Денисовича Симченкова. Молодежь и дети, можно сказать, не знают об этих людях, и нам хотелось вот донести. Да, мы хотели рассказать об этих людях. Поздравляем с профессиональным праздником хранителей интеллектуального сокровища. Пожелаем вам счастья и полные залы благодарных и вежливых читателей.